Хорош. Блин, не успел, не успел. Ну не бей, пожалуйста, я же добрый. Мне его тоже. О, я в окно вылетел, да? Вот это прикол. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Пика, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. Сегодня мы играем очень крутую игрушку, Гренни Симулятор. У нас сегодня играет 4 человека, 2 бабки Гренни и 2 бешеных внука. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать. А, вижу. Вот они, давай. Ай-яй-яй, Дима, мочи. Ё-моё, спасите. Тайгер, быстрее. Есть, бабка одна улетела. Ё-моё. На, еще одна. А, нифига себе. Чё за отец, тварь. Серега, за что? Дима, тазер не можешь взять. Мы... Блин, я же помню, это для бабки конченой. Бежим. Ой-ой-ой-ой. Вставай. Помогите. Еще 7 хп. Серега, ну что, потихонечку мы их валим. Да. А ты где? Тебя дамажат. Меня шоком долбанули, Дима. Так, я ищу банки, склянки есть. Эта тварь меня пнула. Так, Серега, я иду к тебе. У меня бабка не может встать. А хотел задать вопрос, у нас же бесконечные жизни, это у бабки, да, жизни кончаются? Да, это у бабки, у бабки конечные, у нас бесконечные. Внуки вечные, бабки не бесконечные. А ты задолбал. Одна бабка сдохла, что ли? Нет, она не может встать. Дима, он меня сейчас пнет. Ай. По башке заряди его, Дима. Во! Да блин! Блин, ребята, люблю эту игрушку. Так что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. И веселое и угарное. Давай, выходи! Блин, прикольный ролик, прикольный. Она встать не может, у нее руки сломались. На тебе, тварь. Дима, отвлекай его, я сейчас это что-нибудь посильнее. Ой, давай попробую по этой бабке кинуть что-то. Давай, в голову целься, чтобы это оглушить ее. А она уже дохлая. Я это живой, очень странно. Я ты живой, да? Дима, я несу пряничек для них. Давай. Так, тарелку берем, еще будем по башке сейчас кидать. Иди сюда, Дима, я тебя... А где ты? Я тебя не вижу. Нет! Только... Ого! Господи! На, по голове тарелкой! Васаби, вставай, ну пожалуйста, я сейчас сдохну. Давай, Серега. Ой, блин, тебе Серега по башке кинул. Мне нормально, я целый. Он тазер взял. А, я ему 2 хп снес бутылкой. На! Прикольно, Серега, так. Надо где-то записать. Блин, так сейчас может забагается, мы вынесем ему все хп, а тот что будет лежать так? А тот, а того лежачего добьем, Дима, отпинаем его. Да? Это будет, кстати, прикольно, это будет... фаталики. Честно. О, всё, я захилился. Отлично. Ах ты подлец. Ну ты подлец, я тебе устрою сейчас. Ты где, наглец, подлец, а? А ну иди сюда. А он тут в комнате за углом стоит. Со спреем этим вонючим, да? Да. Тут ключ надо, чтобы открыть, я ни одного ключика не нашел. Дима, долбани его чем-нибудь. На! Хорош. Блин, не успел. Ну не бей, пожалуйста, я же добрый. Мне его тоже. О, я в окно вылетел, да? Вот это прикол. Гори, ясно, чтобы не погасло. Пожар. Ты чё, Серега? Всё, я умер. И тот встал, что ли? А нет, тот лежит. Это я зарядил. Ключик. А как мы дальше будем играть? Я умер, а Васаби ещё. Мочи его сами. А жизни тратятся у него? А, да. Давай откроем здесь, что тут лежит? Блин, я только ключик потратил. А, блин, Серега, а мы можем трупы вот тягать? Ну да. А где ты берешь всякие посуды? Ну вот тут наверху было куча посуды. Ага, понял. Ой, я вообще косорылый. Я возьму, дай кину по башке. Ого, 6 хп еще раз. Ё-моё. 6 хп. Бесконечная тарелка. Тарелка убийца. Дима, ты подожди, чтобы энергия восстановилась. Тогда ты больше урона можешь. Мы с Серегой будем бабками в следующем раунде. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце будет самое интересное.
Ничего. Так, есть. Мы вас. Ты сначала себя, а потом нас, да? Дима, Дима, я несу. Стой, факел, только не убивай без меня, хорошо? Я хочу посмотреть, как ты его добьешь. Я несу олимпийский факел, Дима. Стой, 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 все, Сережечка, иду, нет, иду, иду, иду. Нет, моя жопа чует подвох. Давай, давай прям в жопу. Не кидай. Не надо. Не надо. Блин, это было эпично. Надеюсь, наши ролики поднимают вам настроение. Вы сейчас сидите, улыбаетесь, как и мы. Ну что, ребята, следующий раунд. Мы с Серегой старые пердухи бабки. Серега здесь какие-то сальтухи делает. И два подписчика, которые играют за бешеных внуков. Кто хочет с нами так, записывать, короче, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Блин, я же забыл, так, что короче, мы медленно ходим, как рахиты. Да, нам надо это... Я Дима, сейчас это... Нашел. Нам надо сейчас это по-быстрому у внука... Ах, ты засранец. На! Поливай растение, Дима. Сейчас. Не спеши, надо Сережечка. Не надо спеши. Спешить, короче, а то они нас убьют. Васаби, ищи ключи, чтобы мы сейчас открыли. А, у меня же есть ключи, у меня же есть 3 ключа. Так, я пойду туда. Так, о, ключик. Ну все, вам сейчас хана будет. А у нас, Серега, у каждого задания свои или одно на всех? Да. Ну, на всех, кажется. Я буду защищаться, да. Я взял бутылку, буду кидать им по башке. Защищай меня. Нет, ты не бутылку, ты должен взять спрей, Дима, спрей. Кунай. И это, в лицо брызгать им. Дима, хорошо, я спускаюсь. Или тазером бить. Я спускаюсь. Не, ну бутылки это не то, Дима, там снизу ой-ой-ой тазер. Опа. Ой-ой-ой, я позже поливаю я тоже цветок. Ну все, вам конец, поливай, и поливай. Идет за вами. Ого. На, Серега, а, на. Я Диме иду. Ах ты тварь. Я Робби 5 снес. Да это не я, это Дима вообще-то. Вы видите, Дима? Тапками. Они крысят? Так, они крысят, они там. Я не могу. А, надо таблицу. Я сейчас ой, в голову. Дима, если что, тут хилится. Все нормально, Сережечка, все хорошо. О, быстрее, быстрее, бегаем, бегаем. Ё-моё. Сорян. Сейчас помогу, игрушка тебе поможет. Давай побьем их. Тихо. Дима, тебе прям в лицо зарядили кунаем. Это был я. Есть. Меня забрали, меня забрали. Помоги. Помоги. Дима, ты кошмаришь их просто, да? Да. А надеюсь, не. Мы маленькие, вы нас никогда не догоните. Никогда. Да ничего. Никогда не говори никогда, да, Сережечка? Нет. Дима, я если что, спрей взял. Хорошо, я их электрошоком поливать. Хорошо бил тоже. Кошмарик. Вижу электрошок. Тихо, они сюда не заберутся. Они слишком тут мелкие могут. Они слишком тупые. Я на улицу иду. Я на улице поливаю цветы. Я сзади, ты кто? Есть! Электрошоком ударил одного, отлично. Кстати, по идее, мы почти половину квеста выполнили. Серега, мы сейчас с тобой пройдем, потому что не знаешь, что мы профессионалы. Ну да, ты мочишь их, а я... Да, так я хорошо их мочу. Васаби, быстрее. Они на улице. Мы на улице выполняем задание. А, не попал. На! Ух ты, Сережечка. Я сальтуху аж. Сейчас, погоди, таблетки выпью. Ключи. Нет, не дай им, чтобы они таблетки выпили. Уже поздно. Блин. О, тазер вижу тазер, блин. Сережечка, иду. Ай, ай. Я тебе тварь, а? Чё думал? Лети в полет! Ах ты, подлый! Ты, Серега, мне посрача дал, да? Да. А Е нажимать, да, посрача давать? Да. Е это подбирать. Дима, давай сюда, меня мочь. Я их бью. Тазером фигач, я таблетки выпиваю. Да, все хорошо, Сережечка. Серега, у меня 4 ключа. На, попей. Пу. Тварь, а? Ничего, Серега. Входи, дверь закрой, у меня теперь другой. Сейчас резня будет. Я вас порежу. Пошли. Дима, они сейчас полезут. Да, фигач тазером его. У него там фиг... А, у него ножик. Положи ножик, псих. Я его ударил током. Все отлично, Серега. Я вас порежу. Васаби. Я еще знаю, где тазер. Но если он тут лежит, конечно. Сейчас, пошли, тут на... А, тут надо таблетки для сердца какие-то, а ну идите... выпить. Я тоже себя пополню. 13 снял. Все, нет, это по заданию я выполняю. Дима, подумай. 20. Я бегу. Давай. Блин, мне ножик как-то надо взять. Ах, он спреем своим. Вы быстрее побежали. На! Нет. Лети в полет, тварь. У меня сотка. Серега, не пей моего друга. Серега, у меня сотка.
хорош, хорош. Надо замутить сначала Серегу, а потом Диму уже. На тебе, щенок конченый. Да ты, тебе конец, я тебе бутылкой сейчас... Дурак, что ли? На! Блин! На! Он дверь сломал! Я Серега башмаки нашел, чем буду быстрее ходить. Давай, 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 давай. Не, не догонишь. Отлично, отлично, Сережечка. Малой хорошо влетел в калитку. Я нашел бутылку. Все, Дима, почти все задания выполнили. Осталось 2 или 3 задания. Отлично. Нет, стоять, стоять. Не убежите, не убежите. А, у меня спрей закончился, Дима. Я на второй этаж бегу, прикроешь меня. Где гаечный ключ? Ты подлец, Серега, посмотри назад. Есть! Что? Мы прошли! Что? Мы не прошли? Вылетела игра. Вылетела игра. Игра вылетела, но мы, Серега, решили переиграть и доказать, что это было не случайно, что мы практически их прошли. Выиграли. Так, я беру тазер, Серега. Ага, я таблетки выпил по заданию, которое надо. Взял спрей и иду. Нет, это была случайность, Дим, ты о чем подумал? Ну сейчас мы проверим это. Серега, я готов стрелять тайзером. Тоже, я тоже готов. Плохо, что у молодых тоже нету жизни, так бы мы их сразу выносили. А где они, подожди? Меня дверью зажало. Ничего, ничего, Серега, так бывает. Они там, я не знаю. Ах ты тварь! На! Сейчас, быстрее, быстрее, убегаем. На! Они меня поймали. Уходим по поводу еврейскую музыку. Сейчас пою еврейскую музыку. Так, не будем, пока таблетки ничего использовать не будем, у меня жизнь полная. Я нашел гаечный ключ на 13, Дим, надо? На тебе. Тут кровь на дверях, когда бак, дверь закрылась. Че, попал? Дим, тебе нужен гаечный ключ на 13? Не, не нужен. Серёге по башке вижу, ого, аж окно разбилось. Прикольно, здесь физика. Серёга, тут жизни везде можно пополнять. Да я знаю, ты не жри эти таблетки. Я вообще не трогаю ничего, это все тебе. Ну, ого, Серегу сейчас убьют. Да я в жизни не могу найти оружие. Я изучаю, Сережечка. Да хорошо, ты там лови патроны. Ты дурак, что ли? Нет. Не попал, дурак с детства. Закройся, тварь. Все, Серега, я иду с тобой. Так, и таблетки Серега там кушает. Сри, не проиграй. Так, я цветы поливаю, Серега. Хотя бы лучше в дверь. Ты сверху поливаешь цветы? Да. Хорош, Дима. Хорош. На! И таблетки нашел. На. Так, отлично, тут сальтухи небольшие. Пошел отсюда. Так, здесь у нас уже тазеры лежат. А там не под столом не тазер лежит? Ого. Я жестокий, я знаю. Дима, еще... А, вот сюда. Попадает. А почему у вас в комнате бутылки из-под алкоголя? Вы что, пьете тут без нас? Дима, внуки офигели что-то. Бейте. Ах ты тварь. Я тебе эти бутылки потом, знаешь, в одно место внучок засуну. Есть, заложил. Нет, заложил одного. Папка, вставай, давай. Не попал. Мне, блин, внук кунаем ножницы. А, мне кто разглядил, внук. Вот тут балкон. Я одного задерживаю, неплохо здесь. Только мы в миссии-то не проходим с тобой. Я прохожу. Да, прохожу. А я фигачу, да с себя беру огонь, Сережечка. Молодец, молодец. Ах ты тварь. Говно. Травишь, что, травишь, да? Я не знал тебя, что ты вылезешь. Пошел вон. Я себе жизнь пополнил. Я тебя что догоню, Серега. Давай, удачи. Я специально ждал тебя. На! Косой! Серега, у меня есть этот, как его, освежитель, хотел сказать. У меня есть электрическое, а у тебя химическое оружие. Дай Ваю по морде. Че ты бьешь детей? Хорош. Пинай его, Дима, пинай засранца. Я не могу подойти. На! А, блин, бабка встала. Ну давай, тварь! А, косой! О, отлично, жизни пополнены. Так, я иду на улицу поливать цветы, да? Не-не-не, я поливаю, ты прикрой меня лучше, Дима. Ай, там я тут... Ой-ой-ой, тут такое чудю. Тварь. На. Дима, ты выйди и закрой дверь. Я его хочу пинануть. А! Ай. Ай. Вот злой. Да вы задрали, больно. Дима, закрой дверь, ну ты что делаешь, а?
А я ж хочу... Ай-яй-яй, хорошо, Серега. На, лови, щенка. Полетел. Вот так. На, Дима. Ай, копье в жипе. На, трави, трави, трави. Полетел, говнюк мелкий, а? Я тебе эту палку в жопу засуну, если кинешь меня. Серега, я взял тоже палку. Так, я тазер возьму там. Дима, беги в дом быстро. Я в кому-то жопу попал. Диме. У меня в жопе копье торчит. А, еще одно. Я пошел. Дима, давай в дом. В дом, в дом, в дом, быстро. Да я ж иду. Да быстро, бабка еле ходит здесь. Быстрее, у Димы 5-8. Ай, по башке. Вижу таблетки, Серега, иду лекаться. 38 хп, не так уж то и много. Ну, сейчас будет... Это не для хила, это не для хила таблетки, Дима. Для хила, смотри. Нет, это не для хила. Ё-моё. Это по заданию, беги наверх, наверху есть таблетки. Иду, 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 Сережечка, не переживай, я пройду. Я вам не дам дойти до верха. Да ничего не ссы. Быстрее вставай, Настя! Пожалуйста. Нет, пацаны там что-то не могут сделать. Ну все, да не надо, все, я буду слушаться тебя. Во-первых, тебе хорошо? Блин, у меня что-то коптит жопа, потому что эти горят, факелы. Кто это у нас тут летает? Вижу, вижу, вижу аптечечку. Васаби, помоги, меня Робби избивает. Бей, бей, Серега, их. Ну все, я сейчас чайник в тебя звучу. Отлично, 58, это меня уже радует. На. На. Хорош. Дима, гараж сейчас... пошли, Васаби, гараж пошли, там, короче, есть вещи. Тут Дима, ты нашел тазер или что-то? Не-не-не-не-не, я время тяну, чтобы ты проходил миссии. Давай, давай. Ай, по голове прилетел. Это было так больно. Дима, по возможности пни засранца одного за меня. За себя и за Сашку. На. Вот с хп снял. Нифига себе, Серега, тебя там гасят. Ты проходишь, да, Серега? Я живой, нормально. А тут этот засранец пытается меня убить, но у него... Пошел отсюда, тварь. Блин, это был эпичный кадр. Мне понравилось. Ты чё, внучков бьёшь? Не бойся. Секунд вонючий. Ещё один. Пошел вон. Блин, Серега, мне нравится эта битва. Я почти все задания... Давай, давай, я тяну время до последнего. Я беру огонь на себя весь. Ого, там кто-то валит. Я давай. Вижу, ты в комнате. Да, я закрываю дверь по возможности. Так, Серега. Я тоже буду выполнять задание, помогать тебе. Ай, больно. Пни внука, пни внука. Ай, не надо. Меня. Дима, не надо. Пошел, тварь. Давай вперед, я это, в комнату внука беги, Дима. А я сейчас буду пинать его. Давай вдвоем. Блин, это было сильно. Ты сейчас еще раз улетишь, тварь. Ого, как в живот прилетело. Я весь уже... Закрывай двери. А, мы же тут все прошли? Да, да. Все, прошли дальше, Серега. Нас это не останавливает. Сейчас мы идем. Эта тварь с унитаза вылезла. Ты его говно вонючая. Это твоя аптечка? Бери, Серега, у тебя жизни мало. Бери, бери. А, то это зеленая не аптечка, да? Это по заданию. Бери, бери, бери. Все, теперь внука осталось собрать вещи, и мы прошли, Дима. Все, пошли, 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 пошли. Отлично, ребятушки, быстро, ну быстро, что? Быстро. Если сейчас не вылетит игра, то это подтвердит того, что мы профессионалы. Ой, окно. Да, 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 вот внук. 10 хп! Дима! Да, дверь. Убей Диму! Хотя бы Диму надо убить! Нет. Дима, закрой дверь. Не открывай ее. Я соберу вещи. Тут чуть-чуть осталось. Я не могу этого позволить, я уже тут. Пни, пни, на, тварь. Все, есть. Блин, я так давно не радовался, как сегодня. Это было настолько круто. Серега, 2 на 2, это, наверное, самое лучшее, что может быть. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, посмотрим ролики еще. Серега, конечно, бомбу не может взорвать тут, но ничего. Ну что, пацаны, вам понравилась серия вообще? Да, вообще ба. Не, знаешь, Дима, блин, ну все-таки классно. Классно мы с тобой это отыграли. Пока ты их отвлекал на себя. Да. Дима, вообще-то больно. А что я тебе сделал?
Ты меня пнул в окно. Ну это было случай. А ты в окно вылетел? Да. А у меня ты в квартире стоишь здесь. А, да? Да. У меня и в окне. Но я уже вышла. Главное, что, знаете, всем понравилось. И, надеюсь, зрителям тоже понравится, что мы сняли. Не, вот мне понравилось, как я тебя копьем в жопу засадил. Ну да, я и вижу, они до сих пор у меня торчат.